911, что случилось? Да, меня и моего друга похитили. Как вас зовут, сэр? Бобби, Бобби Грин. Хорошо, Бобби. Похититель еще там? Он может тебя услышать? Здесь никого нет, но тут заперт мой друг. Скорей, прошу вас. Можешь описать место, где вас держат? Это дом. Вокруг много зелени и деревьев. И еще рядом нефтяная вышка. Мы отслеживаем звонок. Оставайся на линии. Бобби, прячься! Бобби, ты еще там? Прячься. Друзья до конца.